Не так сильно собираюсь, я просто вот фармлю ОД эту, то есть вот ребята плюс-минус тактику. Понимаешь, скоро выйдет, как говорит, даже да хуй с ним, не скоро. Появится, как говорится, ульда ХМ. Понимаешь, боссы будут одни и те же. Механика будет переработана минимально. И то есть люди, которые не ходят сюда, они такие, ебать, это что, блядь? А люди, которые ходят сюда за ОД, они хотя бы минимальное представление уже имеют, что босс да, что-то нет, конечно. Делает. То есть, есть такие минимальные нюансы, которые они как бы... А нахуй мы сюда ходим, блядь? Ну, не хочешь, не ходи. Потом на замене ну, сядешь. Ну, и вообще, я поражаюсь людям, вот, которые так говорят, потому что ОД, мне казалось, оно людям нужно, нужная вещь. Да это тема, его можно продать. Да вот это именно. Да ты какой продай? Скоро Т-10 выйдет, ты охуеешь, ебать, на 5 шмоток. Тем же протопаладину, те же ретрики, 2 шмотки. Даже те ханты, которые Т-10 одевают, у которых нет Т-4. Они одевают Т-10, по-моему, я не помню, какой-то спек, и он лучше, чем Т-4. ММ, наверное. Еще ФДК привет передают. То есть есть такие классы, которые даже им Т-4 уже не так перспективно будет собирать, как вот Т-10 купил и уже доволен. И только ЛМы хитро улыбаются. Ну почему ЛМ тоже 2 куска Т-10 одевает, это и все. 1040 максимум. Ну и все, и пожалуйста. То есть есть определенная такая тема, которая все, да всем ебать нужно. Хоть 2-3 шмотки Т-10. А Т-10, я думаю, не будет стоить ебать по 5000. Если не больше, блядь. Ай. По 10 или по 20. Ты оценил, Владика, ник? Башню жизни, кто-нибудь там поехал? Сейчас убьем. А, что касается... Как вам? Вот теперь это у меня тоже примерно плюс-минус только же. Торакс. Бля, забыл. Торакс. Короче, я забыла. Чё ты говорил, Ань? Да я Тораксу говорю, останови машину. Я сяду. Да, блядь! Короче, ладно. Суть в чем, ребят, смотрите. Сейчас трофейный разрушитель садятся те, кто умеет рулить. И те, кто умеет собирать колчеданы и вот эту всякую шляпу. И мы убиваем, то есть, башню жизни. Мы не сидим, не траем, как говорится, час, два, три трая этого ебучего разрушителя. Просто по фасту закрываем, там пару боссов в хэме, пару боссов так. Сегодня максимально пройти максимально боссов в количестве, залутать ОД, залутать хэм шмотки, пару людей, как говорится, приодеть, одеть. И завтра уже, как говорится, груль магик ик. Только вот такой вариант будет у нас, ребят. Есть желание у вас завтра в ИКе обычки осваивать ИВК хэм по тактике? Да. Я только за все, я вообще за. Я за. Я завтра пиво наберу и похуй вообще. Блять, без пива дела вообще не делаются. По скаде. Почему я же сейчас без пива? Обычки, и если там ДПС будет 200 с чем-то, то вполне можно и ВК. Но это надо сначала понимание людей освоить, а ДПС, он поверит. Если люди не будут врежаться, даже 8к ДПС, а здесь у людей, ебать, такой гирш 8к ДПС, дать это вот, знаешь, об стол башкой уебаться и сказать, да я не я долбоёб, вообще не знаю, но... Это про меня. Ну, травить хотя бы увидеть. Что, хорошо, что без имен пока что, блядь. Джамби, перекинешь этого паладина из основного. Да, пусть. Если будет там время, то есть меньше чем за 4 часа успеем просто потравить, просто посмотреть хотя бы ради этого. Вот, поэтому я вот предлагаю, ребят, если у вас завтра будет возможность и желание, естественно, и будет энное количество, не 20 человек, как говорится, ну да похуй 20, хуй с ним, и который уже будет в ВК обычки уже соображать плюс-минус, то, как говорится, по вашим, ребят, как говорится, желанию, мы идем в ВК ХМ. Ты ебать, убивайте. Ебать. Идемте башню жизнь залить, ребят, пойдемте. Я ее залил. И ВК-25 завтра залили. Может быть? Серьезно? Да, и это все по вашему желанию. Нихуя. Ну, вряд ли мы убьем там, конечно, чего-то. Но, мы посмотрим тактику, как вы в ней, как говорится, как шарите, как не шарите. Короче, с учем, трофейные разрушители стоят. Залазите в них те, кто умеет стакать первый.
первые. И вторые те, кто умеет собирать колчедан. Давайте, ребят, только быстрее, и чтобы не я было. Я к Тораксу сел собирать. Никого не будут запуливать и так далее. Просто будет собирать колчедан и вот эту всю фигню. Кто-то стакать колчедан. Давайте быстрее, ребят. Лок один, выйди на сум, пожалуйста, спасибо. Вышел. Можете кто-нибудь коляску, пожалуйста? Аварил. О, благодарю. А что, эти пока не сбиваем? Да почему? Верхний-то можете сбивать, пожалуйста, кто готов. Может, не, кто готов, может за столб заезжать, только босса не пульте. Именно кто готов. А кто не готов, у кого пассажиров не хватает, не заезжайте, конечно. Ну, я так понял, у нас ребята, то есть танк свободный, чопперы, слазите. У нас есть разрушители, которые не понимают. Смотрите. По губам ты как у нас, умеешь колчедан стакать? Стакать. Умеешь, да? Сообразишь. Хорошо, садись. А я смотрю, здесь уже везде сидят, просто собирай и колчеданы. В любую садись, в любую. Тебя запуливать никуда не будут. Тихоходки, ну ладно, хорошо, я сяду. Так, давайте теперь трофейные разрушители, плюсаните те, у кого есть пассажир. Пассажир у кого есть, сразу плюсаните. Погодите, ребят, сейчас мы разберемся с трофейным разрушителем, самое главное. Пассажиры плюсаните. Олег, плюс они, ты же тоже сел, правильно, пассажир? Хорошо, 5 пассажиров. Так, те люди, которые нигде не сидят. Если у танков нету, как говорится, в пушках людей, и вы не можете на них нажать правой кнопкой мыши, следовательно, вы садите в чопперы. А задача чоппера такая, то что вы... Вот, которые на полу лежат, колчеданы. Вы сначала пересаживаетесь в соседнюю свою, как говорится, в урну. Из этой урны обратно. И у вас появляется скилл, как крюк. И этим крюком вы подвозите колчеданы, вот то, что на полу лежит, к трофейным разрушителям. Сейчас, подожди, сейчас у нас посмотрим, как у нас работают чопперы. Ну, чтобы, как говорится, по несколько раз не сидеть. Видите, да, как работают чопперы? Сразу все, видите, да, и вы подъезжаете и скидываете также на этот же скилл, где крюк был. Разрулитесь. Те люди, которые свободны, нет ни у кого цели, вы все прочикайтесь. Если в разрушителе все заняты, если все осадные машины заняты, вы спокойно садитесь на чоппер. А, лок, любой лок, вылези, пожалуйста, где ты сидел, присумоним штурм, ну, ретрика. Нажмите на шкаф, пожалуйста, кто-нибудь рядом. Хохотка, я нажму, не езжай. Сумманем паладин. И просто вот на чоппера садите те, кто вот... Именно плюс-минус уже я как объяснил, что вы делаете. Только не разливайте, как говорится, мазут. Это ваш, по-моему, 2 или первый скилл, или третий, неважно. Потому что если заезжает на него осадная машина, они начинают гореть. А это очень плохо. Даю РЧ-шечку. Стоп. У нас трофейный разрушитель. Ну-ка, сейчас займут ребята его. Погодите секундочку, заедут. Суть в чем, ребят, смотрите. Будут, короче, появляться... Башню жизни мы залили, цветков залили. Будут, короче, появляться синие такие лучи. Плюс-минус. Они будут иногда идти за вами. Ваша задача, если вы не понимаете, просто ездите от них. Просто ездите. Кладите болт и просто ездите от них. То же самое касается осадочных машин, то есть вот эти танки с пушками, блядь, здоровые. Вы просто уезжайте от них и все. Хуй кладите, я не знаю, что делать, просто уезжайте от них, все. То есть, если босс начинает кастовать, вы прожимаете осадные машины двоечку. Это сбитие каста, молния и удар. Ну, а остальные, естественно, сбивать сверху колчеданы и так далее. Надеюсь, сейчас пролетим по-быстрому. Давайте по пол. Готов все. Трофейная осадочка. Троечку нажми. Закон преследования. Себас, троечку нажми. Я уже ее нажал. Понял. Езжай по дальнему кругу.
хорошо поехал, так, ничего страшного. Просто, ребят, запоминайте, когда-нибудь это будет в ХМ, и это просто как бы обучалочка. И я что-то в ахуе, и мы убиваем плюс 2, кто-то одну башню залил. А, мы убиваем плюс 0, ну похуй. Он багнулся, короче, ребят. Убивайте, убивайте, ничего страшного. Может, так запустили? Не-не-не, он багнулся. Это что, обычка, что ли? Бывает такая хуйня, что он багается, и когда башню одну заливаешь, и даже не заливаешь, он иногда раньше багался, короче. Почему хуй знает? Да ладно. Ребята. ГЦ джомби. О. Или давайте на этого идем, на огненного. Блять, всечка ну, босс чпохнул. Ну, значит, не зря. Прикинь, да? Чего хуй? Его тоже. А это была обучалочка, теперь осколочек верните, пожалуйста. Положишь пятерочку в трейд потом. Давайте, меч крошьте, пятерочку, ебать, в трейд. А это лишь бы что-то в трейд положить, блядь, я херею. На трансмог, на распыл, рольте вот эту всякую шляпу. Конечно, давайте, давайте. Налево. Это все без ГП. Рыбу поставили, поешьте. Тотем тоже без ГП, если есть шаманы, пожалуйста, рольте. Давай, угу. Может быть, когда-нибудь я напьюсь и буду хилить. Кстати, это Тиш говорит, да? Да, да, да. Мне, кстати, кто-то где-то сказал, что, блядь, он бухает. Сказать с ним поосторожнее быть. Я говорю, блядь, классно, собутыльник. Так, ребят, есть такой момент, короче, у нас 3 хила, поэтому кому-то надо спекнуть. Штуку баксов можешь спекнуться? Ну, сын, у тебя как дела? Про меня, но у меня вчера просто вторую дозу вакцины вкололи, поэтому у меня... Любой хил, кто может спекнуться, давай, Вестник, спекнись, пожалуйста. Хотя Фурика у нас... по губам спекнись, Фурика. Давай тебе открою, сын, телефон. Просто баф будешь кидать. Да. Вестник в ордру, естественно. Следовательно, на огненном мы будем стопать каст. Я не знаю, я в ретриках, как говорится, не уверен. Прожмут, не прожмут, поэтому лучше стопайте на всякий пожарный. Да, танки. Танк у нас один. Естественно, ретрики кидайте покаяние в голема, ловушку, всю хуйню. Альва танчит, луну поставил. Это ваш танк. Альва танк, да? Да, да. По губам нет спека с собой, может пусть тэпнется? Конечно, конечно, я же сказал, пусть тэпкается, конечно, конечно, давай, Олег. Нажимай ТП, пока ТПшкайся, отойди куда-нибудь подальше и прожми. Потому что у нас котик в ордру, следовательно, такая тема немножко. Поменяйте ауру коня на огненную, пожалуйста. Будем благодарны. Ребят, паладин, давайте, чтобы я, как говорится, мозги не ебал, коня убрали и поставили огонь. Не уберете коня, я буду мозги ебать. По третьей я сдам, ну, первый раз, и там через сколько, полторы-две минуты. Через 2 минуты еще. Так же, как я обещал, ставлю звездочку, вы пока идите трэш чистите, пока ГБ возьму, похаваю. Подойдете за фласки, получите алкашный. Кому надо, кому не надо. А у кого, простите, у тебя джомби, да? Да, да, я сказал, сейчас я похаваю, сейчас спасибо. Подойду, подбегу и все скажу точно. Вы что, решили раздавать алкашные фаски? Да, ну, да. Тут Вильфреда, узнаю школу СПКЮР. Ну как же, ребят, в бое всякая вот эта хуйня же уходит, правильно, естественно, что-то. Да нет, там у нас было за ГП. Не, никакие ГП, ребят, просто бое, у которых, как говорится, ну, почитайте гильдию, вот это, то, что вы, как бы, некоторые люди голосовали, и там написано, кто за что. Душилова, как бы, никакой нету, пожалуйста, как бы, если есть какие-то предложения, как бы, пожалуйста.
в личку напишите, люди проголосуют. Чего страшного? Карусель, карусель, полный присоединился. Так, ребят, бьем череп. Крест баним, естественно. Давайте крест бан. Естественно, по черепу стан, первый ретрик сдает Грим. Хорошо, Брябай, ты сдаешь. Сдай, сдай, сдай. Угу, молодец. Не вижу Локи. Банти второго, пожалуйста. Локи, у нас один лок? Хорошо. Альва, грипнешь? Хорошо. Уже. Вова, не кричи, что ты орешь, блин. Ничего страшного, ребят, ничего страшного. Это мобы сдохли, поставили, ничего страшного. О, так Кавказ с нами теперь. Что за Кавказ? Овечка питомец у Вольфрода. У него пет, это овечка. Ты чувствуешь, как нихуя не знаешь, а тут кавказцы, блядь. Разъебал его, чувствую. Ты что, играешь с закрытыми глазами, что ли? Собирай в пачку в одну пачку на пульте. Нет, собирай подвал лучше, да, а то сейчас люди повайпаются, типа, нахуй, надо будут ныть, блядь, ремонт. Спокойно делаем, как делаем. Овечка, блядь. Погоди, я сейчас тебе помогу. У него там целая история, у него лог забагался, и теперь у него питомец. Слушай, а вы заметили то, что у нас деревья зимние, да? Да, прикольные вообще, такие красивые. А это они с официалки взяли. Там тоже деревья по погоде меняются. Ау. Даже маунты обычные, по-моему. На неки на самом деле клиенты пригружаются. Ну да. Армен, с одной стороны... Оно хорошо, потому что людям надоедает это все. Не, ну ты себя чувствуешь, как будто вот зима пришла, и у тебя, пожалуйста, дерево ледяное, ты такой, ебать, заебись. А, так, ребят, вот эту хуйню рольте, конечно, все вот это, что с мобов падает, рольте кому ботинки. Надо. Ботинки охуенные. Нужно... Неплохие для танка на нуба. Так, стоп, стоп, стоп. Поставьте, пожалуйста, шкаф. А, звездочка стоит, подходим, получаем ЛК-фласки. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Быстренько. В очередь, в очередь. Лутаем эту всю хуету, как говорится. То может поставьте ГБ один любой. Как говорится, рыбу возьму сразу. Давайте дальше, 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 дальше. Вольфрода рекламирует своего Кавказа. Вольфрода это, по-моему, хан. Да, это. Да. Просто с ним были в одном статике. Сука. Это жестко. Я тоже такое хочу. Кого? Отдай овцу. У тебя есть же вроде овца. Сманите, ребят, ребят, сманите, пожалуйста, ребят, другие. Акжам за этот забагался, я стал тоже овцой. Уф. Блять, я думал, у меня самый крутой пэт, то, что пес Танос. Нет. Дальше, дальше подходим. Не, ну Танос пес, он пес. Мне пишут, что тебе пока не до этого. Давай, не до этого, иди сюда. Сейчас разъединю, да. Спасибо. Суть в чем, ребят, давайте. Кто умеет сдавать мастер аур, то есть это третий скилл, подкаст, плюсанить. Есть такие у нас? Ремест умеет. Могу, 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 могу. А, плюсуйте, плюсуйте. Смотрите, ребят, как это происходит. Рэм занимает первый, то есть третью ауру вы сейчас ему освобождаете. Когда он прожимает, он эту ауру скидывает, естественно, подрясный. Второй ее забирает и прожимает. Буряба, естественно, третий, и Грим четвертый. То есть, как это происходит? Вы прожали, каст прошел, вы скинули эту ауру, тот человек такой, кто уже... А, нихуя себе, моя очередь, он такой, блядь, я жмякаю все. И вот так вы работаете, ребят, только давайте вот как-то больше к этому подходить. А кулаки кто-нибудь раздаст, у кого они вкачаны, ретрики? Претенденты на эту, на истерию есть? А рыбу ставлю, ешьте.
Труба Дэна чуть попозже, рыбу ешьте. Альва соло танк, по губам фурик. Суманите, вы же не суманули, ребят. Суманите, а кто ФК что? Ну или кого не суманули. Надеюсь, у нас, как говорится, с мастер аурами все пройдет хорошо. И коня ауру, надеюсь, люди уже начнутся убирать. Да? Ауру вы на свет уберите кто-нибудь, пожалуйста. Или мне искать, что за человек ее поражал. Того самого воина света. Истинно. Мне, по-моему, даже пишет, кто это. Тебя даже пишет, кто это? Да, мне Эксперл пишет. Ну, короче, весь рейд стоит в крест. Прям можете сразу вжиматься, и никто босса не бьет до тех пор, пока танк не подведет. Танк тот, что на боссе, естественно, может прям наконец сбегать в него, и наконец же бежать в лужу. Это прям с прыжка такой, я влетаю, нахуй. Давай, погнал. Красавчик. В 4 хила идем, это достаточно. То, что контент уже занерфен. Никто не бьет, дайте поставить, ребят, не срывать агро, вот эту хуйню не занимайтесь. Давай. В принципе, плюс-минус, залетайте, пожалуйста. Три ходки. Бухать во время рейда запрещено, каст. Перед мордой, кстати, не стойте, геру сдайте. Потрясно забираю ауру. Потрясно, третья аура свободна, забирай. Паладины с аурами, пожалуйста, чтобы мозги не ебать, быстрее убить, пожалуйста. Мне не хочется вам ГП давать, ребят. А в той ВК так мы не убили, именно потому что ГП никому не давали. Кидайте, берите ауру в следующем. Ну, я надеюсь, люди на понимание. Каст. Ну, хорошо, потрясный. Да, у нас второй сдавал. Потрясный, братик. Он в это время этот панду свою. Питьем напаял. Че за хуйня, братик? Почему не сдал мастер ауру? Ты по третьим скиллом сдал мастер ауру? Я, короче, не знаю, как эта залупа работает, поэтому я не могу что-то говорить за эту фигню. Стоп, каст. Я просто верю в хилов, которые сейчас вот так вот просто божественно работают. И спасибо, как говорится, им, что, естественно, не... из-за этого не числяется ГП, ребята. Вон. Втроем захилите огнекрылы. Да, а вот разлетовалась физрука уже нет. Хорошо, мобов чистите на на этом физруке. Физрука сначала убиваем. Физрука, ребят, давайте, пошлите. Это что, 4 ретрика, типа, не смогли пошарить, как сделать? Да, мастер? да. А чё, странно. Ну я не знаю, поэтому я как бы хотеть не буду. И тут... Астрокору уйдем, нет? Да, пойдем. Только сначала убьем трэш, вот эту хуйню, пока я ролю. А ролл будет кожа. Потом или... А, вижу, все. Нет, все сейчас ролю, все сейчас. Все, пока вы чистите трэш, вы же пулите трэш, надеюсь. Вы зачищаете, пока идет ролл. На распыл вы ролите, вот эту всю хуйню. 226 шмот ролится на без ГП. Вот так сказать. Придется Любушку опять немножко утихомирить. Два раза. Там, сорян, если под куполами стоять, то можно их 2 часа бить, этих мобов. Ну, надеюсь, танки понимают. По губам тебе на... Что за спик? Распыл. Сказал, мы все на распыл кинули.
А, вы все на распыл кинули? Ну, три раза, ой, два брата на раза рольнул, я не считаю. Да, нет, вообще нет. Босса загрели. Ну, значит, убивайте трэш и дохните, что я вам скажу. Каким образом? Мне кажется, это я. Босс вас убил. А, я убегаю. Жезл, рольте дальше. Это уже на мейн, я смотрю, не лони ГЦ. Не умираем, кстати, пацаны, пока. Сдохните, ребят, сдохните. В хейм-моде мы будем убивать разрушителя. Это самый простой босс. Посох рольте. На распыл, на успех, на трансмог. Вот эту всю хуйту рольте. По губам тебе не защит. А, на распыл, сорян. Ну, ГЦ. У переходки вроде там 200-й поезд способ. Ну, это ее дело, я не знаю. Переходки тебе на мейн? Нет, не может быть. А еще разочек. На сову, может быть. Ну, я не знаю, по губам, если не сложно и не жалко, да, или триходки, я не знаю. Сегодня я смотрю, что-то все у нас под шафе, блядь. Походу. Ну, один я из коллектива выбиваю, значит. Вообще пиздец, блядь. Можно, блядь, что вы. Не так уж это и плохо. Что-то я по голосу слышу, и все в хавно, блядь. Ребята, идем на Острокрыло, вы же сдохли, ребят. Нас так крыло. Хамно? В говно. Ну, там мне штрафная будет. Ставлю рыбку, кушайте рыбку. А у кого, кстати, квест на этой неделе на кого? На робота, да? Да, да. Линканите, кстати, пожалуйста. Линканите, пожалуйста. Да, сейчас, секундочку. Сейчас я зарелоню. Сейчас, тихоходка, погоди. Шкаф поставьте еще на ходу. Дайте, пожалуйста, тоже квест, ребята. Блин, я тоже хочу в эту компанию. Какую? Выпившую. Да пойди купи. Не могу, я вчера этот спутник гребаный второй купил. У меня две недели без алкоголя. Ты это пиздешь, как ты слышишь нахуй? Спутник, блядь, да ты что, братан, я столько пил после этого спутника. Я тебе больше скажу, я еще летом болел этой херней. Да, конечно, я понял, Вов, ты чё? Заебала эта херня, если честно, вообще уже. Охрень это, конечно. У меня жена с ребёнком переболели. Ну, нажмите кто-нибудь еще. Кого еще с умом плюсуете? Жена с ребёнком переболела, а мне что-то вообще хуй бы хнул. Зато мне больше всех звонили, спрашивали, как у вас дела? Да? Не, на самом деле, у меня маму скорую уложили на две недели. У меня отец тоже лежал. Так что это кому как проходит? Ладно, давайте до ЮРЧ. Смотрите, ребят, никто в центре, пожалуйста, не стойте. Танк у нас один, рыбу, надеюсь, все похавали. Что по ССам? Чисто погодите, ребят, сейчас по СС проношу. Это на весь рейд. На весь рейд вы даете. Нелони дает на Рэма. Мефистофель дает на Триходки. Коноплянка дает на Вестника. Аква дает на Алларель. Кому еще раз на Лоне дает? На Рэма. Ром. Понял. Ромул и Рэм. Так, надеюсь, все приняли. Давайте еще раз вот так галочку. На грудь. На грудь, как говорится, да. Тихоходки, чего такое тихоходка? Тихоходка. Пробафай типа хат тихоходку. Рыбу поешь, фласочку, если тебе надо, подходи, да? Звездочки к звездочке, это фласочка ЛКшная, если тебе надо. О, чтоб бафов поприбавилось, а то у меня всего там. Еще разочек с Эрчи. Тын-тын-тын, грим. Все, все готовы. Так, ребят, в центре, пожалуйста, не стойте, стойте сразу за кругом. Триходки, тихоходка. Вот в Ноксарабах два танка было, Бикси, Фикси. Вообще шикарный был рейд. Идеально. На Бикси. На кого? Бикси, на Фикси, Никси. На Бикси, Никси там было, а не Фикси. Не знаю, почему все взяли, что Фикси, но был Никси.
Никси. А в луже не стойте, о, пожалуйста. Блин, а что мне убило? Молния 13800. Ну, это дело в танков, но поэтому... Отдохни пока что. Хорошо. Я прям ноншу пока ряд. Хотя КД скинется. Вестник кинь на коноплянку. Нету, не успеем за Геру спустить ее, чтобы она не взлетала. Спасибо. Видно будет. А локов пробафайте массом, пожалуйста. Каски, там вот эту всякую шляпу, и на луже не стойте. Присты и баф скиньте свои. А на луже не стойте. Был и Фикси, да. Ну, когда я собирал людей на Орду, с которыми я людьми проходил, как говорится, вот это Виклик, Куиклик, они мне писали, ты твинк или не твинк? Я говорил, нет. Они говорили, ну и слава богу. Почему, не знаю. Радовались, наверное. Ну, как говорится, не мое дело, но... Да. Отдыхает, а пусть. Ну ты от чего дохнешь, линкани? Молния. Сейчас. Танк. А, у нас танк один, так что понял. Нормально, ничего страшного. Да, вон там. Коноплянка молния, видишь? Герус, дайте. Играем по боссу. Ну-ка покажите, переведете, нет? Силушки свои. Угу. Если вдруг не переведете, три ходки потрясного реса, и все, получается, у нас два друида. Давай три ходки потрясного поднимай. Паладина пробафать. Не стойте в луже и дайте танку, пожалуйста, либо на пол, или агро по КД. Вот этот. На пол по КД. Хорошо. Танк один, поэтому больно не старайтесь. Там, скидывайте свои агро-скиллы. В луже не стойте. Да, Мефистофель? Состояние алкогольного опьянения, блин. Тихоходка, блин. Алкогольного опьянения, что ли? Да нет, там тихоходка пишет. Находит состояние алкогольного опьянения. Да кто бы сомневался? Просто режим дегустации активирован. А совы, даже если совы не дамажат, совы очень полезный класс, потому что они вешают на рейд полезный баф. Это как демон, который, если демон, как говорится, не понимает, как играть за свой класс, но он, сука, ебучий класс, который, блядь, дает СПД всему рейду, так сказать, кастерам всем. Демонолог? Демон, да. Надо демонолога сделать себе. А где мне епшечка за то, что я сделал себе этого, как он, ворген? Ты воргена себе сделал? Да, еще. Ты же теперь собака? Да, я пес. А теперь псом че? Даем ЕПшечку, я думал ГПшечку. Ну ты че? Скажи ав. Ауф. Нет, не то. Подожди. Я же ворген. Ворген. Ауф. Ауф. А как леви делает ауф? Что делает? Ладно, играем в босс. Понял. Лебедь, говорю, как делает ауф. Лебедь. Кря-кря. Ладно, блядь, пьяный, блядь. Вчера Саша Артон с нами тоже пьяный играл, блядь. Так, что касается танка. Танка ведешь от рейда от себя вправо, если что. По правой руке своей ведешь босс.
Альва, ты же соло сможешь вытончить, то есть и сферу, вот эту всю хуйню ты уже шаришь, насколько я знаю. Какую сферу? Ну, типа, на разрушителей, я имею в виду. Да, сферы это... на себя, да. Мне кажется, мне бы лучше тоже в танка, так, еще бы одна сакра была. Да, нормальная. Ты бей, а ты ДПС здесь нужнее. Ну, там быстрее. ДПС, ну, блядь, ну, на 2К, наверное, больше, или на 3 в ретрике. Так как бы ДПС рейда. Две ДКшных печати, неплохо. Ну, вот эту хуйту, кстати. Как, кто там собирает капы, хуйкапы? О, вот это мне не нужно. К сожалению, но не нужно. С РБК падает такой же, там 3 сокета, я уже 20 раз хожу. Надеюсь, вот 22-й, 25-й раз выбью. Но тебе надо? Ну, пока его нету, да. А, я не знаю, по губам уступишь ему? А хил да, есть? Там Нелоне выиграл 98. Это а на мейн спек, ребятам. Типа Нелоне. На по капам. Нелоне на чё, бьём справа, не? Трэш, чисти, ты чисти. Ну чё, Олег, уступишь, нет? Да, отдать, отдать. Держи, Рэм, запомни, кто тебе уступил. Потом уступишь ему тоже, трейд дашь. Да. Блять, я забудалась умирать, сука. Ты же вроде не сама. Адам. Тут всего 2 ДК. Я к вам поэтому и сказал. Грим, раз. Не-не-не, это я, блять, я раз, нечаянно. А мне до пизды, ебать. Да я нечаянно нажал, блядь, Мефистофель 3 и все. Блядь. Кому-то надо печать, не похуй вообще. Отражение ДК. За нее ОД, вот за ОД можно купить ее. Поэтому я говорю, вот рольный, ребят, кто рольнул, то рольнул. Окей, окей, все. Ретрик, блядь, ДК. Надо, не надо, ну все, я еду на дис. Конечно, братик, на дис. Так, ставлю рыбу, откушайтесь, отпивайтесь. Те, кто люди не знают, как, что здесь происходит на этом боссе, пожалуйста, плюсаните, чтобы плюс-минус объяснил вам. Можно вопрос быстренько? Да. Правильно, если черная метка, вот такая, убегаешь вправо, если белая, левая под ногу? Я понял, смотри. Правильно? Желтая метка туда, синяя ну, да. метка туда. Все, я понял. Рейд стоит вот здесь. Плюс-минус, а вот сюда выкидываются черные метки, плюс-минус. Как-то вот так-то я имею в виду. То есть, понял, да? Короче, что происходит? Давайте в два танка ебанем, на всякий случай. То есть, самогон спек не с танка, ты же хотел. То есть, самогон, ты собираешь, в чем твоя задача? Твоя задача в чем? Ты собираешь офф-танк. Офф-танк. То есть, ДКшник танчит босса. Я понял. Ты собираешь всех могов, мобов, бомботов, то есть, видишь, бомбот бежит в рейд и такой, ебать, давай на меня раз на раз, там, да, всякой хуйней. Влетаешь в него такой, ебать, удар да, щитом, блядь. А, да, сейчас запыряю, блядь, вскрою. Вот. То есть, как-то так, то есть, вот вся твоя задача. И подводишь всегда, короче, под разрушители. Это на переходке, что сказать. Будет одна переходка. Дальше, короче, люди выносят в желтую сферу, как говорится, метку. Она такая желтая будет, от него будет охуенный урон ауешный идти. И после его тика последнего будет вылазить сфера. И эту сферу ты забираешь на себя, подводишь мелизон, и весь рейд резко в нее свечится. Если весь рейд в нее не свичится, идет охуенный урон, хилы такие, нихуя себе, блять, мы это не прохилим, мы вайпаемся, блять, и сидим, траем до посинения, то есть, ребят. Вот, что дальше? Ну, то есть, мы все сливаем это, все эту хуету, хорошо. То есть, весь рейд стоит в кресте. Появляется синий дебаф. Синий дебаф как работает? Смотрите, ребят. Вот на вас синий дебаф, вот смотрите на звездочку. Вот у вас оканчивается по дебафам, там где категория, блядь, гера, вот это вся хуйня, альянс, блядь. У вас есть такая, будет дебаф висеть. По окончании двух тиков, вот вы встали, допустим, в синюю метку, такие, блядь, и чё, я буду стоять, что ли, нахуй? И вот, у вас оканчивается 10 секунд, и вы начинаете бежать, нахуй, потому что, смотрите, ребят, появляется под вами лужа, и вы, получается, убегаете от нее. По окончанию тика вы ловите один, как говорится, грубо говоря, 10 тысяч урона. Но если вы будете стоять до конца этого тика выловится 20 тысяч урон. Следовательно, это шот. И вот думайте. То есть, по окончанию синего дебафа мы все время в движении.
по окончанию желтого дебафа мы всегда стоим в той метке, где стоит звездочка. Танк таунтит, и весь рейд свечится в нее. Дальше, что касается пристов. Первый гимн на ХП сдает у нас, получается, Джомби. Второй сдает Войд. Третий сдает Алария. Плюс Аните теперь, кто слышал меня. Именно в том порядке, в котором я назвал. А по Сакре? Сейчас я скажу. Сакра здесь не нужна. Нужна, погоди. Дальше. Что касается друидов. Триходки сдает первый. И весь... Хорошо, сейчас я вас перекину немножко в группу. Потому что она действует на группу, насколько я помню. То есть друиды вы сдаете четвертый, плюсанули. То есть вы четвертый. После кого вы сдаете поезд? Войда, я так понял. Хорошо, друиды вы сдаете после Войда. Что касается паладинов. Сокру вы сдаете пятым. Плюсанули. Кто умеет именно прожать эту сокру? Кто умеет именно прожать? Бабл Сакра называется. Чтобы такие, бля, я сдох. Нихуя себе. С баблом, по-моему, блядь, Сакра не очень-то пиздатая работает, блядь. Это, по-моему, прото делает, или кто там, холик, или... Ну, понятно. Она вроде бы работает только тогда, когда урон, типа, наносится, как бы, и тебе тоже. А так, да, вроде бы, если с божественным щитом, так оно нихуя что-то там не работает. Нет, если ты нажимаешь Сакру, это массовая Сакра, и прожимаешь бабл. Понятно. То есть весь урон, который идет в рейд, идет в тебя. А ты, когда под баблом, весь урон у тебя что? Ну, понятно. Невосприимчив. Ну, вот, ну вот вроде бы так, но ну, как-то оно не так немного. Там макрос пишет. Знаешь, что... Вот, каст это массакры, и сразу же снимаешь с себя баф, который вот в тебя урон перенаправляет. На людях остается эта фигня, а на тебе нету, вот и все. Ну или так, я не знаю как точно. Ну короче, ребят, вы запомнили, кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый, и должен босс падать. Да, ЮРЧ, СС также все раскинуты, ничего не меняется. Рыбу все поели. СС КД пока что еще. Похуй. Ну по идее, если все, они давай, танк погнал. Танки погнали, забрали, рейд в кристалл. Ждем, ждем, пока босса поставят, ждем, ждем. Босса ставят. Угу, все, играем. Бурсты не надо нихуя сдавать вообще. Торакс рейда. Вот эту синюю лужу ты будешь всегда выводить из рейда. Если ты не понимаешь. Войд в желтую. Войд в желтую. Войд в желтую. Учись, зачем? Учись. Зачем мне учиться? Я тут был. Хорошо, хорошо. В сердце поехали. Бомжей можете сдать ДКшники. Это хорошая тема и пригодится. Все равно учиться. Естественно, то, что самогон, самогон, то, что офф-танк. Видишь, трэш бегут, ты их уже должен собирать. Вот, видишь, у тебя хламоботы побежали, сейчас урон духуя в рейд залетит. Просто играем спокойно. Бомботы слева, звездочки, танк, самогон, собери. Я понял. Хорошо. Захили босса, ничего страшного, игра. Самогон не знает. Рок, выйди к звездочке. У трамбовщика не могу, блять, переогреть на себя. В искру свичнулись быстрее, обдотали искру, искру, танки. Рэм с рейда. Гимн сдал. Много урона что-то проходит, почему? Искра в рейде, потому что никто не бьет ее. Я бил, она меня за это наказала. Ничего страшного, не поднимаем, дальше живем. Просто учим, смотрим грим, хорошо, беги в звездочку, учи. Босс очень простой, поэтому нужно убивать его. Танки, звездочку забрали, искра появилась. Угу. Почему-то потрясный забирает. Раскол второй приз дал, Войд. Ты, по-моему. А, шаман с рейда. Угу. Нам все-таки рейзы нужно будет сдавать.
Кого? Геру спрашивает. Да не, рано, я скажу когда. Пока бейте, я просто смотрю. Просто смотрю пока что. Потрясный умер. Коноплянка в звездочку. Геру сдали. Гимн третий пошел. Танк забери со звездочки искру. Все опять же свечиваются в ней. Тихоходка в звездочку. Быстрее. Просто запоминайте. В искру опять свичнулись. Милики, танки, которые, естественно, самогон ты на себя. Каст. Деревья сдали. А Себастьяну звездочку, ближе к звездочке. Не в лужу, но к звездочке. В искру свичнулись. А дальше под следующие раскаты все паладины. Один любой паладин сдаст бабл массакру. Массакра. Пошла. Искру залили. У меня такое чувство, что никто не сдал массакр. Да, никто не сдавал, да. Я на прошлом давал. Ну, у меня типа она не вкачана просто. Все, играем тупо по боссу, искру забили хуй, просто затаунтить ее. Убили, искру убили, если она жива еще. Если нет, то идем дальше и убиваем трэш. Кассобрание. Да ебать, какая она на холика охуевшая. 5 залупа упало. Хуета. 2 печати. Грудак на холика им. Ого, и вот это единственное, что нормально, это грудак на холик. Да, да. Лично чисто для меня, я так думаю, просто. Что, 5, любые двое пароло. Пикашников вижу, им отдам. Блядь. Трэш, чистите, пожалуйста, не стойте, не ждите. Ступни. Нелони мейн. Мефистофель мейн. Мефистофель, тебя на мейн? А мне на распыл. Понял, Нелони на мейн. На распыл. Хорошо. Ну шо, хули бубладины, давайте. Это за ГП, если что. На ножах, пусть дерутся. Да вы ёбнули, что ли? Себе заберу. Что, никому не надо? Ваня, собирай холика, давай. Ладно, на офспек, на офспек рольте. За полцены. А, нет, если за ГП, нахуй мне он за ГП нужен. Это я так. Потрясный, тебе как, за полцены или чё? На оф? А та? Нет, тебя на что вообще, блин? На грудь? Понятно, что на грудь. Блядь, тело? Тело, что ли, на распыл, блядь, хотите? Я понял, потряс. Да не, они на лучше, давай тогда я заберу, блядь. На распыл тело такое, блядь. Забирай, блядь. Я бы своим паладином забрал уже. Там все-таки 3 сокета, нормально, хороший. По мейну. Рэм, тебе на что? По мейну. По мейну? Пожалуйста. Ну, кстати, нет, лучше, чем вот эта тачка. Там все-таки 245-м 2 сокета, здесь 3. Может, больше на ну, вот, блин.
собрание ХМ будем бить? Сейчас посмотрим. Один раз попробуем, если результатов не будет, то... Не, вот это я шарю. Я понимаю, шоу, ребята, если шарить. Все зависит от вас, как говорится. Хотите, не хотите. Ну, а что, мы в прошлый раз же закрыли, да? Ну, немножко люди другие, опять же, были. Надо просто страуса опять позвать. Да, да, вот такой немножко сеанс. Кто умеет агрить именно под тот момент, когда бурс кидается, то есть на танк или на ДД? Ханты умеют. Ты хантов спроси, они умеют? Вульф Рода ты умеешь? Мы там не убивали собрание ХМ, так что может... Он здесь вообще, Вульф Рода? Да, у него ник другой. Не знаю, о чем речь, но отвлекающий выстрел у тебя на панели есть? Вот его, короче, надо будет смотри. Нажать по команде и все. Ладно, суть хантам, ладно, хуй с ними. А любой мили, который умеет это делать, плюсанить. Не, я могу попробовать, если у меня такой... То есть никто не умеет. Там уметь ничего не надо. Короче, объясняю разочек. Разочек объясняю, если все будет хуета идея, то, естественно, не будем пробовать. Суть в чем? Убивается первый череп. Второй убивается крест. Третий убивается квадрат. Как это все происходит? Как в обычке, все то же самое. Боссы водятся, все это хуйня работает. Это все те же самые зеленые лужи. И это все выходится. Но суть в чем? Убили череп. Что по танкам? Будем в два танка. Самогон в танка. Самогон, ты кого тогда держал, не помнишь? Самогон большого держал, а я держал среднего и мелкого. Хорошо, смотри, самогон. Ты держишь большого, сталелома. Иногда, когда он кастит, он будет на тебя такую руку поднимать, говорит, сейчас как уебу. А когда тебе уебал, на тебя кидается дебаф. Этот дебаф нужно себя снять. Потому что хилы иногда могут проебаться. Это такой вот момент. То есть сам себя снимаешь, этот дебаф. Дальше. Что касается, естественно, Альвы. Альва, естественно, танчит звездочку и череп. Естественно, звездочку ему напуливают. Ой, точнее, какую звездочку, блядь. Крест на него напуливают. Череп он, естественно, танчит. Весь рейд убивает череп. Череп заливается. Дальше остается крест. Хорошо. Крест также бьется, как обычно. То есть появляется зеленая вайт-зона, из этих зеленых вайт-зон выбегаем. А по команде, естественно, мы тоже, когда я говорю, разбежались, весь рейд такой рассосался, как, блядь, муравьи, и все, и стоим, бьем ту метку, которую мы бьем. Что происходит дальше? Хорошо. Под 200 тонн, под 100 тонн, да хуй с ним, я про нонш. Тот охотник, любой, который понимает, что такое переагрить цель на себя, подойдите к звездочке. Никто не понимает, да? Где звездочка, я, блядь, не вижу, где? Хорошо, вижу. Смотри, короче, Вольфу, смотри. Вот я метку тебе ставлю. Допустим, плюс-минус. Вот череп, да? Вот ты стоишь, вот встань вот здесь, вот, допустим. Вот встань, где звездочка стоит. Вот, допустим, ты спокойно бьешь череп. А, то есть ты будешь уже бить сталелома. Вот, когда я тебе такое кричу, забрал босса. Ты нажимаешь отвлекающий, то есть выстрел. Этот босс начинает на тебя бежать. Он такой, блядь, бежит на тебя, сейчас пизды дам. И только когда ты вырастаешь, то есть такой, ну, визуально ты на себя рос, баф ловишь на себя охуенный, ты притворяешься мертвым. Понял. Вот этот момент понял? Притворился мертвым. И увидишь то, что там, где стоит рейд, будет синяя такая лужа, как видишь сейчас под сталеломом. В нее ты забегаешь. Естественно, ты сдаешь по наполу по танку, потому что агро ты сорвешь не ебически. У тебя урон будет увеличен на 50%. Вот, что дальше? По окончанию, когда у тебя будет 5 секунд по дебафу, ты убегаешь ото всех из рейда. У тебя войс есть? Минус, да? Хорошо. Запомню тебя.
ты убегаешь ото всех от из рейда, и ты умираешь. Все, ты умер. И другое.